Здравствуйте, дорогие мои коллеги-садоводы! Здравствуйте, друзья! Новинки, новинки, новинки! В садовом центре ассортимент пополняется каждую неделю. И одна из новинок, хит продаж на этой неделе – это ракитник. Если вы еще не знакомы с этим кустарником, давайте расскажу, потому что это диво дивное, чудо чудное. Красота невероятная! Посмотрите, уже один цветочек раскрылся. Вот он. И на кого же он похож? Кого же он вам напоминает? Лично мне напоминает бабочку. Посмотрите, какая красота. Ракитники бывают двух видов. Кустарниковый, который растет до 1,5 до 2 метров. Есть метровые сорта. А все зависит от сорта. У нас представлено 2 сорта. Вот с таким окрасом красноватым сорт Зеландия и второй сорт Алгольд. Этот сорт ярко-желтый. Как же нам увидеть, как цветет красиво этот кустарник, и что он из себя представляет? Вот представьте, в высоту 1 метр. Побеги свисают вниз. Великолепный, красивый. А есть формы стелящиеся, как почвопокровник. И вот такой раскидистый. И вдруг вы приезжаете на свой участок, снег сошел, апрель, май, а у вас целая лавина цветов. Не верите? Я вам сейчас покажу. Давайте посмотрим, что же это за кустарник. Ага! Вот и красота! Вот и весна к нам пришла. Посмотрите, удивила? Конечно же, такая красота всего за 370 рублей. Вот такой кустарник после посадки в открытый грунт будет высотой до 1,5 метра в зависимости от региона. И вот за такую красоту 370 рублей – это смешно по сегодняшним ценникам. 2 шоколадки. Зато ракитник будет у вас расти очень и очень долго. Что же это за такая замечательная культура? Во-первых, ракитник очень любит солнышко. Он очень засухоустойчивый, нетребовательный к почве, но очень любит солнышко. Еще раз подчеркну, только на солнышко. Зимостойкий, выдерживает морозы. 25 градусов – это не проблема для такого замечательного растения. Но если вдруг ракитник у вас чуть-чуть подмерз, верхушечки, да, вот снег нападал, а верхушки остались, и вдруг сильный мороз, страшного ничего нет. Снег стаял, увидели подмерзшие верхушечки, обрезали их секатором. Все, проблема решена. И наслаждайтесь не только вот таким цветом, а наслаждайтесь еще и ароматом, потому что ракитник очень и очень ароматный. Пьянящий аромат, просто пьянящий аромат. Давайте посмотрим, а что же происходит у нас с сортом Зеландия? Может быть, тоже он нам что-то подарит, какую-то красоту? Ба-бам! Второй сорт. Посмотрите, какая божественная красота. Если мы всегда говорим, что растения есть, которые привлекают бабочек, например, кустарник будлея. Будлея – это осенняя сирень. Пока она зацветет, а весной? Весной нас будет радовать ракитник. Вот он начинает такими беленькими цветочками, которые в последующем будут вот такими красными, карминными, розоватыми. Посмотрите, он уже начинает розоветь, а вот здесь цветочки уже становятся карминно-красными. Им не хватает света, им не хватает почвы, они хотят уже к вам. Вот листочки просыпаются. Но посмотрите, какая неземная красота. Нежные, изящные, вот именно нежные. Я бы даже сказала, вот если роза, она помпезная, то ракитник – это вот нежность и скромность в одном лице. Как я уже сказала, к почве нетребовательный, к поливу нетребователен. Можно сажать несколько кустиков в один ряд. Тогда у вас получится какой-то живой бордюр, живая изгородь. Вот посмотрите, если 2 одного и того же сорта мы плотно посадим на одной высоте, то это будет великолепный весенний цветущий бордюр. В дальнейшем это просто будет красивый зеленый кустарник. Все лето вы будете наслаждаться ажурной изящной зеленью. Можно его и стричь. Кстати, по поводу подкормок и по поводу посадки. Когда же его сажать? Поскольку культура зимостойкая, конец апреля, в полосе Подмосковья, Тула, наш регион, конец апреля, начало мая, май, можете уже спокойно высаживать этот кустарник. Не надо делать огромную яму. Яму делаем чуть больше по размеру,
чем у нас ком. Видите, ком совершенно небольшой. Он по размеру контейнера P9. Вот делаем с вами посадочную яму. Посадочную яму по уровню, как он сейчас находится, высаживаем наш замечательный ком с цветущим красивым растением. Сверху можно замульчировать корой лиственницы, можно замульчировать хвойным опадом. Но раскислять почву не рекомендую, потому что бедные почвы любят ракитник. В дальнейшем уход практически минимальный. Понаслаждались красотой, цветение закончилось, уже у нас пошли цвести другие растения. Закончилось цветение ракитника, у нас уже в это время с вами цветут тюльпаны, нарциссы и будут дополнять друг друга. Если вы хотите сделать свой сад постоянно цветущим, красивым, разнообразным, приходите в садовый центр «Северин». Мы находимся по адресу город Тула, Алексинское шоссе, дом 34. У нас великолепные сотрудники, которые помогут вам полезными советами, помогут в выборе растений. Обязательно приезжайте, вы не уйдете от нас без покупки. Если вы находитесь в другом регионе, то вам, наверное, лучше воспользоваться нашим сайтом. Заказ можно оформить на сайте www.severin-71.ru. А если вам удобнее сделать заказ по номеру телефона, вы можете позвонить по номеру 8 800 249 81. Обратите внимание, звонок для вас бесплатный. Наши менеджеры с удовольствием примут ваш заказ. Помогут оформить заказ на сайте, если вам так удобно. Договоритесь сразу о доставке. Оплатить тоже можно сразу на сайте. То есть во всех отношениях сайт удобный и комфортный. Пишите, звоните, приходите. Мы будем вам искренне рады. Выбор необыкновенный. А с вами, как всегда, была Ирина Ульянова и сеть садовых центров «Северин». До новых встреч, мои дорогие!